Я Артем Агафонов, руковожу командой Data Science в отделе VK Predict. Мы занимаемся построением моделей машинного обучения и всем, что с этим связано. Мы обрабатываем сырые данные, строим на них ETL-пайплайны, затем строим модели и внедряем их в продакшн. В основном решаем B2B задачи. Наверное, один из наших основных продуктов — это VK GeoCursor. Это такая геоаналитическая платформа для бизнеса, которая помогает заказчику найти оптимальную локацию для, например, размещения своей точки ритейла. Самое интересное в своей профессии я бы назвал взаимодействие с людьми. У меня собралась отличная команда, мои коллеги замечательные ребята, и мне нравится вместе с ними решать совершенно разные задачи. Мой доклад будет о вертикальном федеративном обучении. Это такой фреймворк, который позволяет компаниям совместно обучать модели машинного обучения на данных друг друга без разглашения какой-либо приватной информации о данных и о пользователях. Приглашаю всех IT-специалистов на конференцию VK JT. Это про нас, это про технологии, это про будущее. Увидимся там.